Банде Гуру Пада Дандам Бхакта Винда Саманитам Шри Чайтанна Прабхум Банде Нитананда Саходитам Шри Нанда Нанда Нанга Банде Радхика Чарно Дайам Гопиджано Самаюктам Винда Ванам Манухара Ванча Калпатару Васаки Пасинда Бхавача Патитананг Павуне Бхавишна Вибхьо Намо Нама Мукам Кароти Бачаланг Пангунланг Хайтагирим Ятки Патамаханг Банди Парамананда Мадамам Бриндавай Тулсидеббай Пиявай Кесава Сача Шна Бхакти Паде Деви Сатва Баттвай Намо Нараяна намаскритта нурам чайва нараттамам Девиṃ сарасватиṃ вясам тато жайо мудире Саṅкиртане Кришна катопадеш Гаурия патрасья пракаса неча Садану ракта гуру бхакти юкто Бхакти прамодакша жагод баруну Дейям сада парибхавагнам авиштадухам Титас Падам Сива Виранчанутам Сараньям Битатихам Панатопал Бхавадипутам Банде Махапурусати Чаруна Аравиндам Ятпада Паллаванакачандамани Чатая Биспуриджита Гамипхабхудушу Адарши Пурнану Рагара Сасагара Сарумурти Сарадхикамай Кадакибам Гаруши Шри Кришна Чайтанна Прабхунитананда Си Аддайта Гададхара Сивасадихи Гаура Бхактавинда Шри Кришна Чайтанна Прабхунитананда Си Аддайта Гададхара Сивасадихи Гаура Бхактавинда Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Ajanu lambita bhujau kanaka bodhato. Сангитанай кавитару камала хитакшо Вишамбару дижавару джугадхар бапалу Банде ягат приякару каруна бхатару Хари Кришна Хари Кришна 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 Хари 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 Рам Хари Раму Раму Хари Хари Намами Ганги Табхаду Панкаджам Сура Сураир Бандито Дибхарупам Бхуктин Чамуктин Чадада Синитам Бхавану Рупена Сада Наранам Ганга Таранга Рамания Джата Калапам Гаури Нирантара Вибуши Тобам Бхагам Нараяно Прияманга Мадапухарам Баранаси Пурапати Бхаджави Шанатам Ваги Саджасва Бадане Лакшми Риджасва Чавакшаси Jasyasthi Hidaya Sambhid Tvam Nishingamaham Bhaji Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram Ram Нивитамаруна манукча дира жо гожу жо жи жи
Yat Munayo Upasati Tadara Yopi Jajus Marana Striya Urugenda Bhoga Bhujadanda Bishakta Diyo Bayama Pite Sama Samadhi Shangrisaroja Sudha Nivita Maruna Mano Kradira Jogo Jujo Hridija Munayo Upasati Tadara Yopi Jajus Marana Striya Urugenda Bhoga Bhujadanda Bishakta Diyo Bayama Pite Sama Samadhi Shangrisaroya Sudha Gauriya Goshtipati Sisila Bhakti Siddhanta Sisila Bhakti Siddhanta Sарасвати Госвами Тхакур Прабхупад Джагадгуру сказал, подлинные гаудии верят в Икаян Пантха. Годия Гоштипати Шишила Бхакти Сидханта Сарасвати Госвами Такур Прабхупад Джагадгуру сказал, настоящие гаудии верят в Икаян Пантха. Единый путь. Единый канал. Единый канал, через который все служение уходит Верховному Господу. Не то есть не различными путями. Я не могу пренебречь Гуру Падападма и Гуру Парампара. Я не могу отбросить их. И все сообщество вайшнавов, делая какое-то уникальное служение, это полностью запрещено. Прабхупад сказал, гаудии верят в единое служение в Икаян Пантху. Это очень важно, очень важное понятие. Необходимо дать объяснение ему. Однажды Прабхупад сказал, мы, гаудии, знаем наверняка, что Вриндаван Дас Такур Махашая наш единственный гуру. Никто не понял, о чем говорит Прабхупад. О чем он говорил? Неужели нет других гуру? Так много гуру в нашей ученической преемственности? Нет, сказал Прабхупад, есть лишь один гуру. Тем самым он имел в виду, что если есть и есть другие гуру, все они исходят через канал Вьясадева. Даже Кришнадас Кавираджа Госвами, кто является Кастури Манджари, сейчас люди спорят по незначительным вещам. Если бы Прабхупад не зашел сейчас в этот мир, он не был бы принят, поэтому он покинул этот мир. Прабхупад сказал, что никто не хочет принять чистые сиддханты. Какой смысл оставаться мне здесь? Поле проповеди настолько осквернено. Шрота Канта пренебрегается. Поэтому люди привыкли слушать ложь, изучать и слушать ложь, не Шрота Пантху. Сейчас я хочу привести пример того, что есть Шрота Пантха, что означает единый путь. Наш Кришнадас Кавираджа Госвами является Кастури Манджари. А кто же Вриндаван Дас Такур Махашая? Это сам Ясадева, объединившись с Кусума Пура Сакхой. Оба они пришли как Ясадева, как Вриндаван Дас Такур Махашая. Итак, он в Яса в Гора-Лиле, в Ясадева. А Кришнадас Кавираджа Госвами Кастури Манджари при Анармасакхи. Если мы поймем положение каждого из них, это необходимо сделать очень внимательно. Вриндаван Дас Такур Махашая — это Вьясадев. Такова система, установленная Бхагаван Шри Кришной, а также
Она была показана Шри Чайтани Махапрабху через Вьяса Пуджа, которая проводилась в Шри Васангане. Никто не может пренебрегать Вьяса Пуджей. Никто не может пренебрегать значимостью Вьясадева, величием Вьясадева. Поэтому ему выражалось так много почтения. Его титулы Баратрадж, Вьясадев, сам Вьясадев. Благодаря устройству Бхагавана Шри Кришны он занял асану Вьясадева, Вьясасану. Поэтому каждый выражал ему почтение. Не так, что ему 16 лет, почему это... Я гораздо старше его, почему я должен его слушать? Вся система баджана основывается на тринадапи суничина, на тринадапи. Шри Чайтанья Махапрабху устроил Вьясапуджу в Шри Васангане. И через нее он хотел показать величие Вьясадева. Что необходимо его почитать. Положение Кришнадас Кавирадж Госвами очень высоко. Он занимает положение Приянарма Сакхи Шримати Радхарани. Мы Гуру Кишардас Бабаджи Махарадж Гуна Манджари. Простите, Наяна. То есть это глупости сравнивать, кто из них важнее, кто важнее в лилах Радхарани и с представителем нашей Гуру Варги. Кришнадас Кавирадж Госвами говорит, он Вьяса Вриндавана. Поэтому нельзя совершить никакой апарадхи по отношению к его лотосным стопам. Я очень переживаю за это. Постоянно я хочу быть преданным лотосным стопам Вриндавандаса Такура, и лишь под его руководством я хочу что-то написать, говорит Кришнадас Кавирадж Госвами. То есть не так, что я захотел и пишу. То есть это сам Кришнадас Кавирадж Госвами пишет. Из-за ложного эго. Если я пытаюсь описать Гаура-лилу, мне ничего не выйдет. Если я руководствуюсь своим ложным эго, говоря, что я могу проповедовать все, что угодно и где угодно, Прабхупад говорит, я могу процитировать шлоки с комментариями Шрилы Прабхупады. Следовать Прабхупаде полностью — это наш единственный путь, и нет другого пути. Кришнадас Кавирадж Госвами пишет, если я, руководствуясь своим ложным эго, пытаюсь что-то написать о Кришналиле, о читании Шри Кришне, о Гауранге Махапрабху, у меня ничего не выйдет. Это пишет сам Кришнадас Кавирадж Госвами. Несмотря на то, что его положение очень высоко, мы можем вспомнить случай с Шьямананда Прабху. Он находился в линии Гауридаса Пандита, своего гуру. Но когда Гауридас Пандит
Радхарани, то есть его гуру рассердился на него за то, что тот изменил свой тилак. И тогда Радхарани пришла во сне к этому гуру и сказала: «Сейчас Шьямананда, я дала эту силу Шьямананде, он Канака Манджари». Это я наделила его этой силой. И тогда все стали почтительны. Таково положение Шримати Радхарани. Она занимает более высокое положение, чем сам Кришна. Об этом говорит Кришна. Таково таинство Рагануга Баджана. Сам Кришна говорит это. Без Кришны мы бы не узнали о любовном взаимообмене Браджаваси. Это говорит сам Кришна. Я готов танцевать под дудочку Шримати Радхарани в соответствии с желаниями Шримати Радхарани. Итак, мы должны предаться лотосным стопам Ясодева. Такова система, таков обычай, традиция, установленная самим Шри Кришной. То есть весь канал через Нитьянанду. То есть Нитьянанда — это изначальный Вьяса, то есть это Гуру Татва. Наше ложное эго, ему нет места. И вся Гуру Сева должна идти в один, идти по одному каналу через Прабхупаду, через Бхактивинода Такура, достигать Гурукшарда Бабджи Махараджа, а в конце концов прийти к лотосным стопам Шри Кришны. Такова система, таков порядок, установленный самим Бхагаваном Шри Кришной. Каковы обязанности Гаудия Матха? Какова цель Гаудия Миссии? Почему была установлена Гаудия Миссия? Какова причина? И Прабхупад говорит: мы никогда не хотели создавать никакой миссии, только лишь для того, чтобы исправить людей, которые следуют ложным путем, думая, что они совершают баджан. Для того, чтобы показать им правильный путь, правильное исполнение служения, я был вынужден призвать сюда Гаудия Миссию из трансцендентного мира. Для того, чтобы изменить течение этого общества. Все хотят уклониться от Гаудия Матха и Гаудия Миссии, все хотят более простого пути. Тем не менее, Прабхупад говорит, если они уклонятся хотя бы на долю сантиметра, даже Брама и Шанкар, будь они хоть даже Брама и Шанкаром, они встретятся с проблемами. Мы никогда не хотели устанавливать никаких миссий, никаких движений. Шат Госвами также хотели проповедовать бхакти,
по желанию Шри Чайтаньи Махапрабху через свои книги, но они никогда не хотели ехать на Запад и проповедовать там. Тем не менее, они проповедники высшего порядка. Все зависит от наставлений Бхагавана. Проповедь может исполняться как... различными путями. Как говорит Кришнадас Бабджи Махарадж, он не ездил никуда, он просто сидел в одном месте и тем самым проповедовал, осуществлял проповедь. То есть если кто-то сидит в уединенном месте и повторяет Харинам, Прабхупад говорит, если вы... Это желание, стремление к обману. На самом деле вы хотите пратиштхи, если вы осуществляете такой уединенный баджан, что Рупа Госвами мог делать, что Санатана Госвами мог делать. Это не позволено вам. Рупа Госвамипад, после Рупы Госвамипада, Джива Госвамипада, Прабхупад был такой выдающейся личностью, но кто был готов слушать Прабхупаду? Никто не был готов воспринимать больше чистый Сиддханта Вичар, и когда Прабхупад это понял, он сказал, что настало время покинуть этот мир. Что я могу поделать? Они не хотят принять чистое учение. Таким образом, принять его очень сложно. И Сиддханта Шрилы Прабхупады — это эволюция этого мира. Тем не менее, нет другого пути. Для того, чтобы стереть это ложное учение, ложное течение, Гаудиамат пришел сюда. Но то, чем, какова миссия Гаудиаматха, глупцы не могут осознать, не могут понять. Прабхупад говорит, даже кончик волоса, если вы на кончик волоса уклонитесь, кем бы вы ни были, хоть Вишну, хоть Шивой, Брамой, кем бы вы ни были, великим религиозным проповедником и великим проповедником, кем бы вы ни были, вы встретитесь, в конце концов, с проблемами. Если вы уклонитесь хотя бы на долю, на размер кончика волоса, в Упадешамрите сказано, необходимо ее изучать. Это наша обязанность, и постоянно вы должны ее изучать, чтобы исправить себя. Почему вы этого не делаете? Почему вы уклоняетесь от пути Прабхупады? Итак, кем бы вы ни были, насколько почитаемой личностью не являлись бы вы, Прабхупад говорит, если вы уклонились от пути Шри Чайтаньи Махапрабху хотя бы на кончик волоса, то есть на такое крошечное расстояние, это приведет вас к проблемам. В Упадешамрите Прабхупад говорит, необходимо проповедовать Вайкунтха Харинам, не материальный Харинам. Вчера я коснулся темы из Вайпурана, из Вайпураны. В Вайпуране сказано, успех Ачарьи заключается в одном, насколько он достиг успеха в том, чтобы устанавливать чистую сиддханту в сердцах своих последователей. Если
Мы посмотрим, мы можем заключить, что Прабхупад не смог установить, сохранить ни одного ачарью, сохранить ачарью. То есть в действительности мы видим, что лишь ачария может провозгласить кого-то ачарией. Вспомните, Лакшахира была проституткой. Тем не менее, Харидас Такур являлся великим ачарией. И таким образом он смог сделать следующего ачарию, то есть он смог сделать еще одного ачарию. Он не только изменил сердце Лакшахиры, но также он изменил то есть он сделал еще одного ачарию настолько возвышенного, как он сам. Итак, сокровенная Сиддханта в том, что высочайшая ачария этой вселенной нет подобных ему. Итак, лишь ачария может создать еще одного ачарию. Это Сиддханта Вичар. Таким образом, ачария создает ачарию. И Прабхупад создал многих ачарий, но он никогда не говорил никому, никогда не представлял себя как великого ачария. И это проявление Тринадапи. Итак, Ачаран Шри Чайтанья Махапрабху. Ачаран, читание Махапрабху необходимо устанавливать в сердцах последователей. Итак, достиг ли Прабхупад успеха в этом? Он на 100% достиг успеха. Представители нашей Гуруварги, все они ачарьи. И все они были созданы Шрила Прабхупадой. Поэтому нет никакой необходимости создавать какого-то отдельного ачарью. Имеется в виду путем выборов, путем голосования. Большинство из наших представителей Гуру Варги, все они ачари, такие как Шрила Бхактира Хакшидар, Госвами Махарадж и другие. Прабхупад учил, что эта система... То есть он говорил, что пусть все произойдет по желанию читания Махапрабху, поэтому я не беру на себя, не прибегаю никаким рискам. И еще, что говорит наша Гуру Варга, два льва не могут жить в одной пещере. Одновременно. Каждому льву необходима своя клетка, своя пещера. То есть вы можете критиковать, можете оскорблять, но необходимо искать пути, как прославлять. 15 дней назад я уже говорила об этой шлоке. Это шлока из четвертой песни, четвертой главы, 12, под номером 12, 12 шлока. Если есть какие-то изъяны в так называемом вайшнаве, чистые вайшнавы всегда прославляют его. «О, ты обладаешь такими замечательными качествами, зачем тебе страдать? О чем ты переживаешь?» Ты подобно Брахману. Брахман, как ты, никогда не будет прославлять.
То есть какие-то незначительные качества в так называемом вайшнаве, чистые гуры вайшнава всегда прославляют их, вдохновляя их. Они тем самым дают силу им, дают вдохновение. Мы не можем... разбивать сердца Гаудия преданных, критикуя их. Это жестокость. Мельчайшие качества прославляют чистые гуры вайшнавы. То есть мы не должны их никак критиковать, даже если они лицемерные. Деви Майя, Бхавани Деви говорит, прежде чем оставить тело в собрании Дакши, Деви Бхагаватима, она говорит, если вы увидите, что кто-то критикует представителя вашей гуру Варги, вы должны лаять, должны, показав кулаки, уйти с этого места, покинуть это место. Если у вас нет... Имеется в виду, что если у вас нет сил сражаться, вы должны покинуть это место, не слушая критики. Если у вас есть знания из Писания, необходимо ответить на критику, опровергнуть ее. Если нет, или если у вас есть сила, вы должны отрезать язык того, кто критикует. Если же это невозможно, необходимо оставить тело. То есть тот, кто слышал, кто-то выслушал эту критику, необходимо оставить тело, думая, что зачем? Зачем я слушала критику? Зачем я слушал критику нашей Гуру Варги? Поэтому я должен умереть, оставить это тело. Это способ, то есть это то пример, какой дает нам Бхагавати Деви. Итак, Гаудия Матх. Многие преданные уклонились от пути Гаудия Матха, от миссии Гаудия Матха. И, как говорит Прабхупад, необходимо проповедовать харинам чистый харинам Вайкунтхи. Не злитесь, то, что я говорю, это Сиддханта, это то, что написал Прабхупад. Если вы не согласны, я могу вам показать, откуда я взял цитаты. Чистый харинам, говорит Прабхупад, мы должны пытаться проповедовать Вайкунтха Харинам. Если есть как минимум Намабхас, проповедь Намабхаса, мы должны хотя бы оборвать материальные оковы. То есть благодаря Намабхасу мы сможем вырваться из уз материальных из материальных оков. То есть нам Абхаз дает нам возможность оборвать материальную обусловленность. А чистый харинам, говорит Прабхупад, это то, что необходимо проповедовать.
Обычные люди же не могут понять, что есть что, они не могут разобрать разницы. Шлока, с которой я начал, вчера я также касался ее. Муни и Риши. Сконцентрируются на лотосных стопах Бхагавана. А враги Кришны, они также думают о нем. Тем не менее, Шрути, Веды, Пураны, Смрити, в 10 главе Шримад Бхагаватам, 87 шлоке, руки Шри Кришны, Аджама Ламбита Боджау, огромные. А гопи привлечены его руками. Они хотят, чтобы он обнял их своими большими руками. Руки Кришны сравниваются с питоном. Как огромная змея. Гопи хотят быть, хотят, чтобы Кришна обнял их своими огромными руками. И Шрути. В лесу Дандакарани они родились как змея, как питон. Руки Кришны сравниваются с питоном, со змеей. Как длинная змея. Итак, Браджагопи испытывают влечение. Они хотят, чтобы Кришна обнял их своими руками. Шрути. Мудрецы Нандакарани, Муни и Риши приняли рождение в Дандакарани. Они встретились с Рамачандрой. Они сходили с ума, хотели, чтобы Рамачандра обнял их, но Рамачандра осознал их настроение и сказал: в этой жизни это невозможно, потому что в этом воплощении я предан Сити Деви, то есть я имею отношение лишь с ней. Когда в Двапара-йогу, в форме Кришны, я приду сюда, я удовлетворю ваши желания, не сомневайтесь в этом. Итак, по благословениям Рамачандры, все Муни и Риши, Дандакарани, родились как гопи. Веды родились в форме гопи также. И у них появилась возможность быть в объятиях Кришны.
постепенно мы должны развивать свой Рагануга Баджан, свой баджан. Необходимо помнить о этом важном моменте. Я объяснял, что такое роб сидабхакти, санга сидабхакти. Но вчера, как вы помните, я говорил, что до тех пор, пока вы не обретете милость чистого преданного, нет совершенно никакого шанса обрести чистое, начать совершать чистое служение. В 7 главе мы знаем об этом, Прохлад Махарадж говорит, до тех пор, пока наш ум не прикоснется к лотосным стопам чистого преданного, мы не сможем достичь Бхагавана Шри Кришны. Мы не сможем прикоснуться к его лотосным стопам до тех пор, пока мы не обретем милость чистых гуру и вайшнавов. Таков процесс баджана. Различного рода осквернения находятся в наших сердцах, и в таком случае мы не сможем ничего поделать, да, пока мы не обретем пыль с лотосных стоп нишкинчана вайшнавов. То есть необходимо сделать это от всего сердца. Вчера я говорил об Ароб Сида Бхакти и Сада Сида Бхакти. Также я был вынужден сказать о том, что до тех пор, пока Дживатма не обретет милость Бхагавата Крипу, Махат Крипу, она не появится такого шанса, возможности, не появится возможности продвинуться вперед. Бхакти Деви не зависит ни от кого, тем не менее, если вы обретете милость чистого преданного, автоматически вы обретете милость Бхакти Деви. Даже Бхагаван следует по стопам своих преданных. А Юдхиштхира Махарадж говорит Нараде, или наоборот, Бхагаван может дать даже мукти, хочет раздавать мукти, но не бхакти. Он не хочет свободно раздавать бхакти. В Читании Чаритамрите сказано, Кришна хочет скрыть это бхакти, он не хочет раздавать это открыто.
всем и каждому. Бхагаван Шри Кришна говорит, я следую по стопам своих чистых преданных. Почему? Вы знаете? Потому что, когда эти преданные идут, с их лотосных стоп поднимается пыль, которая распространяется повсюду. Если я иду за преданными, у меня появляется возможность получить пыль с их лотосных стоп. Это говорит сам Бхагаван. Почему я иду за чистыми преданными? Потому что я хочу очиститься пылью с лотосных стоп чистых преданных. Поэтому я делаю это. И Удваджи Махарадж, как я вчера объяснял, после того, как он обрел общение с Гопи Враджаваси, Нандой Яшодой, он просто сошел с ума. Когда он возвращался, он думал, прежде он думал, я великий преданный, но Бхагаван Шри Кришна дал ему возможность осознать, каким уровнем бхакти он обладает. Среди преданных я Удава, говорит сам Бхагаван. Тем не менее, он хотел даровать Удаве секретное сокровище, поэтому очень тактично послал Удхаву как гонца, который несет известие в сердце Вриндавана, где он встретится с Нандой Яшодой и всеми Браджаваси, друзьями Кришны. В конце концов, они обрели бы в конце концов, он обрел возможность увидеть Радхарани, и это редчайшая возможность. Итак, Удава Махарадж. Это говорит Удава Махарадж. Прежде он сначала чувствовал себя безнадежным, но в конце концов он понял, что сейчас я знаю, я понимаю славу Радхарани. Сейчас я понимаю, кто есть Радхарани и почему Кришна сходит с ума, лишь услышав ее имя. Я понимаю, кто такие Браджаваси теперь. Прежде я не понимал. И Прабхупада Сарасвати Пад прославляет лотосные стопы Шримати Радхарани уникальным способом. Я... Прежде не было, никто не прославлял так, как то есть, когда я говорю, что према Шримати Радхарани достигает пика, нужно понимать, что это не конечная
точка. Не пытайтесь понять это с помощью материальных представлений. Према. Любовь достигает своего пика, и тем не менее это неконечная точка. Почему Кришна любит Радхарани так настолько сильно? Потому что настроение Шримати Радхарани каждую секунду меняется, и оно совершенно, новый и новый вкус она испытывает. Анурага, прежде я говорил об этом. Что такое рага? Я уже объяснял в то время, когда мы говорили о Рай Рамада Самвад. Тем не менее, хочу напомнить сначала про Ная. Мы говорили это ман, пранай, рага, анурага. Эти подразделения существуют. Когда праная достигает высочайшего своего пика, анурага, когда тот же самый Кришна и Радхарани, когда рага достигает высшей точки, но каждую секунду они видят Кришну, Радхарани видит Кришну по-новому. Кришна видит Радхарани утром, днем, но каждый раз он видит ее по-новому, испытывает новые и новые ощущения при виде ее. Итак, постоянно новые наслаждения, новый вкус, все возрастающие, и это есть анурага. Вчера я говорил о том, почему Махапрабху пришел в форме преданного, зачем ему было претерпевать все трудности, связанные с этим. И хочу напомнить вам, вы уже все это знаете, тем не менее, хочу напомнить. Кто Радха, кто Кришна, кто Кришна. То есть Радха, Радхарани — это Кришна, и Кришна — это Радхарани. Любовные взаимоотношения Радхи и Говинды деформируются совершенным образом. Два тела объединяются, сливаясь в одно. Прежде они находились в двух разных телах, наслаждаясь играми, любовными играми, как Радха и Говинда, но теперь, объединившись, они образуют собой форму Гауранги. И теперь в форме Шри Чайтаньи Махапрабху они нисходят в этот мир, преисполненные бхавами Шримати Радхарани и цветом ее тела. И мы предлагаем
поклоны, распростертые поклоны лотосным стопам этого воплощения, этому воплощению Шри Кришны. Еще одна штока, о которой вы можете помнить, в ней указывается причина, по которой Чайтанья Махапрабху, Кришна, пришел в этот материальный мир. Почему? То есть это сам Сваямруп Бхагаван Шри Кришна. Еще одна шлока, которую вы помните. Причина, по которой Чайтанья Махапрабху не зашел, Кришна не зашел в этот материальный мир. Какова? Что это за причина? Мы можем это понять, а затем мы можем разобрать это, а затем продвинуться, перейти к следующему. Какого рода любовная настроение Шримати Радхарани. Она любит меня, но я объект любви, поэтому я не могу понять, какой любовью обладает Шримати Радхарани ко мне, что она испытывает. Поэтому я должен принять форму преданного. И какие чувства испытывает Шримати Радхарани? Я каждую секунду я хочу испытать это. Какого рода любовь испытывает Шримати Радхарани ко мне? Она любит меня, но я не могу понять, какого рода это любовь. И каким нектаром, какой нектар она получает, вкушает, какое счастье она черпает из этого, каковы чувства Шримати Радхарани, какого рода любовь испытывает она. Первое, что она испытывает, второе я уже говорил. Радхарани настолько привлечена мной. И из этого влечения, совершенного влечения, какое она испытывает счастье от этого ее влечения, совершенного уровня. Для того, чтобы познать это, Бхагаван Шри Кришна принял форму своего преданного. Сейчас я хочу поговорить о славе того, почему Кришна принял форму Махапрабху и пришел сюда. Порой Вриндаван Дас Такур пишет, упоминает читание Бхагавати. Если вы будете ее изучать, ее и читать Чаритамриту, вы увидите, что порой Чайтанья Махапрабху выражает настроение обычного преданного. Порой особое настроение гопи, Манджари Бхаву. В Пурушоттамадхаме порой он испытывает это настроение. Порой настроение Шримати Радхарани. Махапрабху хочет показать, что не приняв прибежище у лотосных стоп преданного, не приняв прибежище у лотосных стоп Браджаваси, невозможно совершать баджан. Для того, чтобы развить огромное влечение, недостаточно чтения книг. То есть это невозможно развить с помощью чтения книг. В Расамрита Синду сказано,
если вы испытываете влечение к служению Рупы Манджари, то есть вы должны следовать. То есть, если вы хотите обрести любовное отношение такого рода, который имеет Браджаваси, вам не помогут, лишь шастры не помогут вам. Предположение — это еще не влечение. Непреодолимое влечение, спонтанное. Когда вы испытаете такое влечение от всего сердца, вы получите руководство в шастрах. То есть шастры не помогут развить жажду. Если вы... То есть необходимо руководство Гуру Варги. Они наставят вас на подлинный путь. Предположение, манипуляция. Вы можете читать шастры и обсуждать их, думая, как развить эту жажду. То есть это не поможет. Необходимо руководство для того, чтобы обрести жажду. Вчера я прославлял лотосные стопы. Вчера я читал прославление лотосных стоп Шри Кришны женами Калиянага. Они говорят, Бхагаван — это настолько редко такая возможность, которую обрел наш муж. И мы поражены, как это он получил такую возможность. Это невозможно даже для самой Лакшми Деви. Вчера мы говорили об этом. Как это возможно, что Лакшми Деви не может получить такую возможность служить твоим лотосным стопам? Но ты поместил свои стопы на голову Кали. Каким же сукрити обладает Кали, что он снискал такое благословение. Даже сама Лакшми до сих пор совершает баджан в Белване для того, чтобы обрести возможность служить твоим лотосным стопам, но она не получает такой возможности лишь потому, что она не готова следовать лотосным стопам Радхарани. Без Анугати, без руководства Браджа Гопи никто не получит это редчайшее богатство премы. День за днем мы будем обсуждать славу преданности различных великих преданных. Вчера я
Даже Шанкар и Брама не могут познать, что такое Кришна Према. Вчера я говорил об этом. Сильнейшее влечение, если вы разовьете его, следуя браджаваси, тем браджаваси, которым вы испытываете наклонность, кто нравится вам, под руководством Гуру Варги и Гуру Дева, вы достигнете уровня, этого уровня, желанного уровня. Чайтанья Махапрабху говорит, он показывает, как совершать рагануга баджан. Для того, чтобы показать на практике, как совершать рагануга баджан, Чайтанья Махапрабху не зашел в этот мир. Порой он показывал настроение преданного, порой настроение манджари, саки манджари. Порой настроение Радхарани, Манджари Бхаву. Это очень сокровенное настроение. Только лишь по милости златокожего Гауранги. Наша Гурварга говорит, что лишь по милости золотого Гауранги мы можем осознать эти вещи, эти настроения. Я вчера произнес вторую шлоку, объясняющую вторую шлоку, но не успел ее прокомментировать. Шри Радхарани и Гопи, мы хотим, мы собираемся прославить славу, мы хотим прославить Браджа Гопи. Их любовное влечение, которое достигает пика. Даже во сне невозможно осознать его, потому что оно настолько сокровенно. Бхагаван любит, очень любит гопи. Он любит настолько сильно, что он говорит им, у меня ничего нет, чем я могу отплатить вам. Будьте... Те самые браджа-гопи, кого так любит Кришна. Среди преданных Кришне, Сварупа Шакти, я уже говорил об этом много раз из Брахма Самхиты. То есть там говорится, что их любовь высшая, самая высшая. И любовь их
настолько сокровенна, что никто не может ее постичь. Если кто-то хочет прославить их, их любовь, он не сможет сделать это должным образом, потому что это настолько сокровенно. Браджагопи, Радхарани, они существуют вечно. В вечном мире они самые квалифицированные, самые возвышенные. Сам Кришна говорит, что мне нечем отплатить вам. Будьте довольны своей возвышенностью, то есть своим высочайшим положением. Если человек является апарадхи, если он совершает апарадхи, он не сможет постичь Хладини Шакти. Кришна говорит, те, кто принимает прибежище моих лотосных стоп, никогда, но при этом никогда не следует по стопам Браджа-гопи, их баджану, я чувствую, что кто-то жгет меня. То есть мне не нравятся такие личности. В Харибхакте также Харибхакти Судхадоя сказано, те, кто поклоняется Вишну или Кришна Татве, но при этом не поклоняются преданным Вишну или Кришне, Бхагаван не может терпеть их поклонение, он испытывает отвращение. Если кто-то поклоняется Кришне или Вишну, но при этом не поклоняется его преданным, в Хари Бхакти Вилас сказано, такая личность преисполнена, переполнена ложным эго. Говорит Бхагаван, и такая личность не может поклоняться мне правильно, должным образом. Он не сможет снискать моей милости, потому что он игнорирует моих преданных. В различных местах, в шастрах сказано. Бхагаван Шри Кришна говорит в Бхагаватам, среди Бхагават я Удава. Я принимаю форму Удавы. Итак, в Бхагаватам в 10 главе сказано, среди различных Бхагават, среди преданных я ты, Удхава, говорит Бхагаван Шри Кришна.
И сейчас встает следующий вопрос. Бхагаван всегда хочет наслаждаться со своими преданными. Но мы можем начать спорить, ведь в Бхагаване так много... Бхагаван преисполнен наслаждением. Какой может он испытывать неудовлетворение? Бхагаван Анандамоя. Он полон Ананды. Он Сачит Ананда Виграха. И если это так, как может он испытывать в чем-то недостаток, нужду в чем-то? Но он, тем не менее, он хочет играть со своими преданными. Но ведь Кришна полноценен. Он Анандамой, он полон Ананды. Но вспомните, вся суть хладини, бхакти, то есть дает наслаждение Кришне. Суть, то есть, когда Сваруп Шакти, находится в сердце Кришны, она зовется Шакти. Хладини — сам вид. То есть Шакти делится на три части. Когда Сваруп Шакти находится в Кришне, она принимает форму Шакти. Когда же эта самая Шакти отражается в сердце преданного, когда она выходит через, проходит через сердце преданного, она зовется Бхакти. То есть, когда она в сердце Бхагавана, это Шакти. Когда она исходит от его преданных, она превращается в Бхакти. И сердце детства таких преданных, как Шримати Радхарани и Браджаваси. В этом разница. Итак, Бхагаван хочет наслаждаться вкусом Сваруп Шакти, Хладини Шакти. Он хочет наслаждаться этим. Уже давно я объяснял джива-татву, я говорил о джива-татве. Бхагаван всегда, постоянно хочет распространить редчайшую, высочайшую, совершенную прему. Совершенный вид премы. Из Сандарб сказано. Эта шлока написана Джива Госвами Падом. Я цитирую ее из Сандарб. Бхагаван хочет прийти, высочайшее любовное наслаждение. В Чайтанья Чаритамрите сказано, что Кришна обладает огромным влечением к Браджаваси. А также Браджаваси обладает естественным влечением к Кришне. Джива Госвами Пад пишет в Сандарбхах.
преисполнены наслаждением. Бхагаван всегда хочет раздавать прему среди своих преданных. Он хочет назад получить это бхакти, которое он дает своим преданным, он хочет этот взаимообмен. Бхакти исходит от Бхагавана. И когда преданные осуществляют этот взаимообмен с Кришной, он получает наслаждение от этого. Один пример. Я уже говорил давно об этом. Когда женщина рождает, дает рождение ребенку, еще в ее лоне она уже любит своего ребенка. Она определенно испытывает эту огромную любовь к ребенку. Но суть в том, что когда ребенок рождается, та любовь, которую выражает мать, то есть мать всегда любит своего ребенка, любит ребенка, который еще в ее лоне находится. Но разница существует. То есть, когда он был в ее лоне, любовь была одной, когда ребенок рождается, любовь, когда мать может взять его на руки, поцеловать, накормить молоком, эта любовь изменяется. То есть она другая. Точно так же Адвайгена Таттва. Если мы на нее посмотрим, там все логично. Источник — это Бхагаван. Но тем не менее она преисполнена разнообразием, преисполнена различными вкусами, которыми хочет наслаждаться Кришна. Бхагаван удовлетворен сам в себе. У него нет никакого неудовлетворение совершенно. Тем не менее, он хочет получить еще и еще больше и больше наслаждения. Он хочет, чтобы еще больше и больше преданных пришло в общение с ним. Он хочет новых и новых преданных для того, чтобы осуществлять любовный взаимообмен с ними. Он уже удовлетворен сам в себе. Тем не менее, он хочет, жаждет общения с новыми преданными, с которыми он сможет обмениваться любовью. Это такое желание Шри Кришны. И никто не может понять, зачем это ему. Итак, Лакшми Деви не может обрести этот шанс служить Шри Кришне лишь потому, что она не хочет следовать по стопам Браджа-гопи. Поэтому она не может получить Кришна-прему, которая доступна лишь во Вриндаване, в самом сердце Вриндавана. И нигде нет этого, нет такой премы ни в Двараке, ни в Матхуре. Вы не найдете такой премы лишь в сердце Вриндавана. Итак, Кришне могут поклоняться лишь Рагабхакты.
Будьте внимательны. Те, кто строго следует Вайди Маргу, если они следуют своей Гуру Варге, в будущем они обретут это. Но если они, как Рамануджа Ачарья, они не хотят... То есть Вайди Марг — это хорошо, то есть там есть много правил и предписаний, тем не менее... То есть главный момент, который хотел, о котором хотел донести Махапрабху до Венката Бхатты в Шри Рангане. Почему не может Лакшми Деви обрести то, что она хочет, совершать такое бхакти? То есть суть в том, что на пути Вайди Марга вы не сможете обрести рагу. То есть имеется в виду, что с помощью Вайди Марга вы не сможете обрести Кришна прему. Поэтому Бхактивинода Такур дает нам наставление. В настоящий момент вы должны следовать Вайди Маргу. Вся наша, тем не менее, вся наша сампрадая направлена на рага Маргу. Но Рамануджа Сампрадая, они не заинтересованы в Рага Марге. Те, кто следует строго Вайди Маргу под руководством наших представителей Рупануга Гуру Варги, если они не сахаджи, если они строго следуют правилам и предписаниям, Харикатхе, нашему Киртану, нашей Харикатхе, Сиданта Вичару, все. Все это для того, чтобы развить Рагануга Бхакти. Почему же тогда вы не достигнете его? Вы достигнете, если получите милость Гуру Варги, Прабхупады и Бхактивинода Такура. То есть суть в том, что прежде всего необходимо следовать Вайди Маргу. Шрила Бхактишка Шридхар Госвами Махарадж, Бхактипрамод Пури Госвами Махарадж, Бхактипрагьян Кешава Госвами Махарадж, все они совершали внешний Вайди Марг. Следовали Вайди Маргу, они следовали правилам и предписаниям для того, чтобы систематизировать всю систему баджана, имеется в виду систематизировать путь баджана так, чтобы не было сахаджи. То есть они следовали всему этому, киртан, арати, арчан, все это они совершали, показывали, давали нам пример. Тем не менее, внутренне они были на пути Рага Марга. Они смотрели, как если Прабхупад, Бхона Госвами Махарадж, порой они видели каких-то особых преданных и видели, что они развили невероятную жажду следовать Рага Маргу. Прабхупад был готов помочь им. То есть, но когда настроение сахаджи, таким личностям он не готов помогать. Вы можете... Бон Махарадж, Прабхупад дал наставление Бон Махараджу служить Радхакунде. Он сказал, ты должен отправиться на Радхакунду и в различных частях ее. То есть в различных частях Радхакунды необходимо указать, где и какая кунда находится. То есть Прабхупад не был против всего этого. Зачем бы он в противном случае давал такие наставления? Показать все части, что в различных частях Радхакунды находятся... различные кунджи, сакхи, манджари.
это служение было поручено Бону Госвами Махараджам, Прабхупадой. И он успешно выполнил ее, и Прабхупад был очень и очень доволен. Поэтому мы должны запастись надеждой. Если мы лишимся веры в представителей нашей Гауди Гуру Варги, мы не сможем достичь успеха. Если необходима огромная вера, и если кто-то будет нападать на нашу веру, мы должны дать отпор. Потому что вера — это самое главное в баджане. Без веры никто не сможет осуществлять баджан. Если я потеряю веру в Прабхупаду и Бхактивинода Тхакура, в Кешава Госвами Махараджа, в таком случае, как будет для меня... Как я могу делать какие-то попытки в баджане? Даже попытки. То есть мельчайшее уклонение, говорит Прабхупад, мельчайшее отклонение может выбросить нас в океан Майи. Мельчайшее отклонение от Гуру Варги. Ничто не спасет нас. Ни наше положение, ни километровые титулы не спасут нас. Порой. В Упанишадах, в различных местах говорится. Наш Кришнадас Каршгасвами говорит, что наш Гурудев не меньше, чем Кришна. Вишнава Чакраварти Такур пишет это. Но это не говорит о том, что Гурудев может начать лилы, подобные Кришне. Я буду говорить об этом в следующий раз более подробно. Если вы лишитесь веры в Гуру Варгу и Гурудева, никогда, никогда вы не сможете совершать баджан. Вы даже не сможете говорить о себе как о Гаудия преданном. Попытайтесь понять этот жизненно важный момент. Швета Упанишады говорят, если ваше влечение к Кришне, ваша любовь к Кришне такая же, как ваша любовь к Кришне, к Гурудеву, или даже к Гурудеву у вас больше любви, чем к Кришне, имеется в виду, что та любовь, которой вы обладаете к Кришне, вы должны обладать такой же любовью по отношению к Гурудеву, и даже больше. Если вы порой чувствуете больше влечения к Радхарани, чем к Кришне, Кришна очень счастлив от этого. Сейчас я хочу перейти к третьей шлоке. What? What?
Шрила Санатана Госвами подпишет. Санатана Госвами прославляет своего Иштадева. Того, чей цвет напоминает расплавленное золото. Тот, чье имя Кришна Чайтанья. Он сам Шри Хари. Он приходит как Браман. Он сын Шачи. Он, тут указание на мужской род, то есть он Шачинанда, он сын Шачи. Какова же причина его прихода? Только что я говорил, как вы можете помнить, цитату из Чайтанья Чаритамриты. Почему преданные так очарованы Кришной? Что в нем такого совершенного? Сердце. То есть он приходит как с цветом, золотым цветом тела, как сын Шачи, и мы прославляем его. Шачи Суна. Он сам Шачинандан. Это объяснение. То есть время очень ограничено, я не могу в деталях это объяснить. Наш Шри Санатан Гасай прославляет милость Чайтанья Махапрабху, и при этом сердце его плавится. Он пишет: «Я падшая душа, я недостойный», говорит о себе Санатан Гасай, «я просто ничто». И это и есть настроение чистого преданного.
Он никогда не говорит, чистый преданный никогда не говорит, что я достиг успеха. Это не признак чистого преданного, так говорят лишь глупцы. Лишь глупцы, которые бегут в неправильном направлении. Санатан Госвами обладает естественным смирением. И он говорит о себе, у меня нет, я бесполезен, у меня нет силы. Как я могу что-то сделать? Я бессилен. Я прославляю. Джагат-гуру. Я прославляю лотосные стопы того самого Джагат-гуру Шри Кришна Чайтанья Дева. По его милости даже собака может пересечь океан, сделать невозможное возможным. Даже собака, по милости Шри Чайтанья Махапрабху, может легко пересечь океан. Я уже много раз говорил, давно, это особенная шлока, написана Кришнадас Кавираджа Госвами. Я хочу прославить лотосные стопы того самого Чайтанья Махапрабху, да, по милости которого даже маленький ребенок может пересечь океан Сиддханты. Поэтому я выражаю свои горькие чувства, когда я пересеку океан Сиддханты по милости Прабхупады и Бхактивинода Такура, по милости Чайтанья Махапрабху. То есть порой я выражаю свои горькие эмоции. Порой мне хочется прекратить харикатху, но харикатха — это моя жизнь. Порой выступает против, выдвигает несогласие в адрес того, что я говорю, сиддханты, которые говорю. Но тут сказано, что даже маленький ребенок может пересечь бесконечный океан сиддханты по милости. Тот самый океан, где находятся крокодилы и другие опасные факторы, опасные. Но и говорится, что очень легко можно пересечь этот океан день за днем. Мне очень жаль говорить это, но весь мир покрыт темной завесой, а Бхактивинодары. То есть так много так называемых преданных. Я думаю, что это очень опасно. Поэтому я порой говорю, что я не хочу больше жить, потому что я вижу, что я могу вам напомнить, Прабхупад сказал, что Бхактинодара никогда не прервется, никогда не завершится. Вы можете выступать против меня, тем не менее.
вы можете выступать против того, что я говорю, но вы ничего не сможете поделать, потому что то, что я говорю сиддханту. Если вы не будете согласны с сиддхантой, вы пойдете с пути преданности. Итак, Прабхупад говорит, что необходимо лишь понять разницу. Разницу между Бхактивинодарой и тем, что не является Бхактивинодарой. Понять разницу между преданностью и ее противоположностью. Если же вы не сможете отличить, вы потеряны. Это говорит Прабхупад, это не то, что говорю я. Попытайтесь понять разницу. Разницу между Бхактивинодарой и тем, что ей не является. Необходимо это сделать. Все остальное я беру на себя. Ответственность за все остальное на мне. Но тем не менее, этот мир покрывается непреданностью. Они отвергают даже сиддханту Прабхупады. Они отвергают сиддханту Бхактивинода Такура, Кешава Госвами Махараджа. Я могу показать и доказать вам, как они смеют это делать. Они слепы в действительности. Так, Прабхупад говорит. Единственное, что от вас требуется, это понять колоссальную разницу между Бхактивинодарой, тем самым потоком, который нисходит от Бхактивинода, и тем, что не является Бхактивинодарой. И когда вы осознаете эту самую разницу, перед вами откроются все двери. Я обещаю вам, я говорю это, прикасаясь к лотосным стопам Бхактивинода Такура, Прабхупады и всей нашей Гуруварги. Я обещаю, что вы достигнете успеха, если вы поймете разницу между Бхактивинодарой и Абхактивинодарой. Вся остальная ответственность на мне, говорит на Гуруварге, на Прабхупаде. Я обещаю вам, не пытайтесь воевать со мной. Будьте уверены, что я не говорю ничего, что не является цитатой Прабхупады. Имеется в виду, я не говорю ничего, что не говорил Прабхупад. Таким образом, у вас нет никаких оснований спорить со мной. Я отдаю свою кровь. Порой я плачу, я отдаю свою кровь постоянно. Но если я не смогу вас спасти, что станет с моим сердцем? Вы должны понять, как я стараюсь изо всех сил, чтобы осветить чистый Сиддханта Вичар, чтобы... Но вы постоянно выражаете несогласие и задаете вопросы. Я хочу отвечать на каждый из ваших вопросов, но... То, что не связано. То есть на некоторые вопросы я не могу ответить, потому что я понимаю, что если я отвечу, вы не сможете следовать тому, что я скажу, и это будет оскорблением. Причина, по которой Джива Госвами Пад говорит, что не каждый должен изучать мои сандарбхи, он дает условия, ставит условия. Джива Госвами Пад ставит условия. Он говорит, прежде
чем начать читать Сандарбхи. Если цель ваша — лотосные стопы читания Махапрабху и Рады Говинды, если вы хотите обрести Кришна Прему, лишь тогда вы можете изучать Бхакти Сандарбхи. Таково условие. Я хочу поставить такое же условие. Только лишь те, кто хотят, только лишь те могут слушать мою Харикатху, у кого есть вера в Гаудия Матх, в общество Гаудиев, в Гуру Варгу. Другие люди не должны слушать мою Харикатху. Если они взрастят это, у меня нет никаких. У меня нет никаких возражений. Если кто-то теряет веру в меня и думает, что я говорю что-то против кого-то, но я говорю сиддханту. И таково мое условие. Лишь если у вас есть вера в Прабхупаду, 100% вера в Прабхупаду, в Гаудия Миссию, в Гаудия Матх, при условии, что вы не пытаетесь выискивать недостатки в Гаудия преданных, вы можете слушать мою Харикатху, и я обещаю вам, что вы... Я 3 раза обещаю, я обещаю, 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 вы получите нектар. И только лишь выполняя это условие, вы можете слушать мою Харикатху. То есть моя Харикатха не для каждого, потому что они не смогут переварить ее, потому что они привыкли к лжи, к ложной Харикатхе. Они не только не смогут переварить ее, они будут против меня, они будут спорить со мной. Несмотря на то, что я могу привести доказательства, я могу привести доказательства из шастры, они будут спорить со мной и отправиться в ад. Итак, я не хочу причинять вам никакие беспокойства и затруднения. Я люблю вас. У меня к вам огромная любовь и привязанность ко всем вам. У меня нет врагов и никакой враждебности и зависти никому. Пожалуйста, поверьте мне. То, что я говорю, это не моя Харикатха, это то, что исходит от Бхактивинода Такура и Прабхупады. Банчакалпа дурвасике пасинду бхавача, пати танан пабане бхавишна вьо намо.